не за счет того, что я грудной клетке поддаюсь, а за счет того, что если посмотреть в профиль, вот мой хвост, двигается вперед-назад. Кроме того, у нас есть движение снизу вверх. На и мы внизу, на счет мы наверху. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Мы говорим дальше, что тач – это полностью постановка стопы на пол вместе с пяткой, и что он такой же полноценный, в принципе, шаг, только без переноса веса. Затем мы сходим в эту позицию. Что у нас здесь важно? Важно, что мы стоим максимально расслабленно, что у нас тут есть контакт, но он, в принципе, нам даже не особо нужен. То есть главная информация у нас появляется скорее здесь, вот в этих вот руках. Эта рука примерно на уровне плеча партнерши, но точно не выше, ну и не где-то нам совсем висит. Главное, на что мы ориентируемся, это положение корпуса нашей позиции. Шашечки. Нога. Дынц, дынц, дынц. Чтобы не наступать друг другу. Здесь мы брали противоход с нашими шагами. Давай сделаем чуть-чуть. 5, и 6, и 7, и 8, и 1, 2, 3. Тач. 1, 2, 3. Тач. Обратите внимание, я не руками веду, а я вращаю корпус, за которым следует. И это же упражнение можно делать в close pace, то есть в совсем близкой позиции. В которой мы заходим по выгодному согласию, и когда не притягиваем одного партнера к другому. Это происходит постепенно, как объятие. Мы туда заползаем. Партнер чуть-чуть подвернут, партнерши буквально на 5 градусов, совсем чуть-чуть. А для того, чтобы освободить себе пространство для работы, для этого. Не сталкиваться с временем, чуть-чуть свободу себя чувствовать. Контакт не домиком совсем. И не выйдет. И не лежите, пожалуйста, на наши руки. Не давайте туда вот, баланс. Все очень любят буги-вуги, да, но здесь ничего подобного нет. Машенька, как ты называешь это? Я стараюсь думать о том, что партнера просто нет, потому что я, когда я иду вперед, я иду на сквозь. То есть также партнер, когда идет в ту сторону, в свое вперед, он тоже идет, не боясь наступить на меня, потому что в тот момент, когда он сделает шаг, меня уже там не окажется. Мы давим друг на друга довольно сильно, это наша обоюдная ответственность. Кроме того, я думаю о том, что я просто доверяюсь в этот момент человеку. То есть это действительно плотный контакт, такой немножко на расслабление он должен. То есть если я буду напряжена, вот так вот пятна, у меня получится дать максимальный немножко контакт. И тут нужно немножко расслабиться в этот момент. Да. И мы делали этот паттерн в этой позиции. 5, 6, тепловода. Мы, наоборот, вылезаем из пола наверх.